14 сезонов в «Динамо», что помнится прежде всего? Наверное, первый сезон, самый, как я пришел. Давай интервью. Я не знаю, кубок Шпендера вот взяли, такие как бы, такие значимые как бы. Попадание в плей-офф, наверное, первое, когда мы попали на «Локомотив». В принципе, все. В 2003 году, приходя в вновь образованную команду, «Динамо» тогда возродилась, ты вообще думал о том, что проведешь почти всю карьеру в этом клубе? Да нет, конечно, в то время не думал, просто уходил, чтобы играть, а в голове, наверное, такого даже не было, что проведу всю карьеру в одном клубе. Из 10 сезонов КХЛ, кроме Кубка Шпенглера, что запомнилось тебе? Я говорю, вот, наверное, первый плей-офф, когда мы попали, играли с «Локомотивом». Вот, и, наверное, вот этот год больше всего запомнился. Популярно у журналистов составлять топ, допустим, 5 лучших игроков, на твой взгляд, или там пятерка мечты, в которой ты играл за все годы, но «Динамовская». Ну, наверное, Штумпол, потом кто еще? Сзади Петя Подкратский и... Так, сейчас так надо вспомнить. Ну, наверное, Вова Денисов. И спереди Степанов, Ковыршин. А для себя место в этой пятерке даже? Нет, ну, шестым буду выходить. Хорошо.